Атабаэхсан представляет. Высунув голову из гнезда, орленок увидел много птиц, летающих внизу. «Мама, что это за птицы?» – спросил он. «Наши друзья», – ответила мама. «Орел живет в одиночестве, такова его доля. Но и он порой нуждается в окружении. Иначе какой же он царь птиц?» Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок с интересом продолжал наблюдать за птицами. Вдруг он закричал: «Они украли у нас еду!» «Успокойся, сынок, они ничего не крали. Я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я тебе сейчас скажу. Как бы орел не был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском». Один любознательный ученик спросил учителя: «Скажите, пожалуйста, кого люди ценят больше, тех, кто говорит много или мало?» Учитель ответил: «С утра и до утра квакают на болоте лягушки, но никто не обращает на них внимания. Петух же кричит только на заре, и люди слушаются его, встают и принимаются за работу». Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!